После длительных новогодних праздников многие из нас зададутся вопросом, как же привести свое тело в порядок и поправить здоровье. Для этого мы сегодня отправились по адресу Заводская, дом 15, где находится фитнес-клуб «Витафит». Он открылся в сентябре, но уже успел завоевать любовь многих видновчан. И это неудивительно. На входе вас встретит милая девушка и познакомит с услугами фитнес-клуба. На 7000 квадратных метров здесь размещены тренажерный зал, зал кроссфита, три бассейна и многое другое. Одним из основных принципов работы сотрудники называют индивидуальный подход к каждому клиенту. Все январские праздники мы для вас подготовили огромное количество праздничных мероприятий, начиная с бассейна, заканчивая там танцевальными направлениями. У нас различные марафоны, подарки, призы, сюрпризы. В общем, мы готовы. Один из лучших способов, чтобы привести тело и душу в состояние гармонии после бурных новогодних каникул – это занятие йогой. Чтобы испытать это на себе, я отправился на сеанс антигравити. Это направление позволяет выполнить асаны из хатха-йоги, находясь над землей при помощи шелкового гамака. Она дает возможность какие-то асаны упростить, какие-то усложнить и, конечно же, сделать базовый переворот антигравити, не только базовый, что дает нам вытяжение позвоночника, удлинение его и, конечно же, новые ощущения, познание своего тела. Гамак следует расположить на удобном для себя расстоянии от пола. Стоит помнить, что антигравити – это не только развлечение, но и серьезная нагрузка. Она поможет снять стресс и привести мышцы в надлежащий тонус. На занятии опытный инструктор поможет выполнить все техники правильно. Наш позвоночник вытягивается, и силы гравитации ему в этом помогают. Поэтому нам нужно расслабиться. Расслабьте шею. В любом случае, чтобы выход из бурного новогоднего веселья был более мягким, главное правило одно – не стоит переедать и злоупотреблять алкоголем. Антигравити поможет вам разгрузиться, почувствовать вдохновение какое-то, повеселиться и почувствовать, что праздник, он везде, повсюду и не только в Новый год. Он может быть всегда с вами рядом. А после занятий йогой я решил посетить банный комплекс, практически как герой «Иронии судьбы» Женя Лукашин, но только без известных последствий. Для меня подготовили банную процедуру под названием «Парение по-деревенски». Клиент заходит в парилку и укладывается на ложе из пихты, после чего профессиональный банщик начинает веничный массаж. Благотворно влияют на организм дубовые и березовые веники. Их использование позволяет вывести токсины и повысить иммунитет. Следующий этап – фруктовое парение. Свеженарезанные цитрусы выкладываются на лед. Данная процедура становится одновременно ингаляцией и ароматерапией. А вот такие съемки я люблю. После посещения парной вы сможете отдохнуть и даже поспать на специальных лежаках. А для завершения процесса релаксации останется лишь последний штрих. После каждой процедуры у нас в бане предлагается выпить чая с баранками, с медом, с лимоном. Это обязательно. Вот так на личном опыте я убедился, что выход из новогоднего застолья может быть не только легким, но и приятным. Дмитрий Книга и Владимир Бижонов. Видное ТВ.